Страшная авария на трассе Челябинск-Троицк. Там лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик. 5 человек скончались до приезда медиков. На этих кадрах последствия жуткой аварии на трассе в Троицком районе. Произошла она накануне около 7 часов вечера. По данным полиции, во время сильной метели водитель за рулем «Хонды» выехал на встречку и, видимо, не успел вернуться на свою полосу. В результате чего совершил столкновение со встречной автомашиной «КамАЗ». На месте работают, значит, спасательные службы, скорой помощи, МЧС, служба ГИБДД. Внутри легковушки ехали 5 человек, все жители Киргизии. В результате все иностранцы скончались до приезда медиков. Погибший водитель «Хонды» имел стаж управления машиной более 30 лет. За все время был оштрафован только один раз. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят расследование. Не исключено, что причиной смертельной аварии стала плохая видимость на дороге из-за погодных условий.